Кто-то их пренебрежительно называют хачами, хачиками. Им кажется, что так они показывают свое неуважение. Вообще, что такое хачик? Знаешь, что значит слово хачик? Нет, честно говоря. Хачик — это уменьшительное от крестик. Ну, то есть перевод точный, слово крестик. А как имя, это уменьшительное от имя хачатур, данный крестом. Ну, то есть то, что у нас Бог дан. Известная фамилия Хачатуряна идет именно отсюда. Когда хотят их обидеть, им кричат в спину: «Хачики, хачики!» Не понимаешь, что это так оскорбительно называли армян, мусульман. Обзываю, говорю: проститутки, вы хачики, армянские рожи, там кавказские рожи, там то-то, то-то. Никто ничего не обижается, потому что я говорю, это от души, это просто работа такая, я создаю эмоцию.